Добрый день. У меня вопрос. Когда мы получим истребители F-16, сможем ли мы держать определенное количество этих самолетов недалеко от линии фронта и государственной границы, чтобы не допускать пусков управляемых УАП, управляемых авиационных бомб, крылатых авиационных ракет по нашей территории? Нет, не сможем. Сразу скажу. Почему? Потому что эти самолеты будут, их, я думаю, дадут не так уже много, они будут на вес золота, и первое, что будет делать Российская Федерация, это пытаться их уничтожить. Поэтому располагать их вблизи линии фронта или вблизи государственной границы, это было бы глупостью. Естественно, они будут расположены где-то в том месте, которое будет обеспечивать их безопасность. Плюс под них надо будет еще мощнейшие серьезные системы ПВО для того, чтобы прикрыть эти аэродромы от ракетных ударов. Они будут пробовать. Вспомните, что было в Киеве, происходило, когда пришел первый комплекс Патриот, и мы поставили его на боевое дежурство. Прилетело все, что могло прилететь. Прилетели кинжалы, прилетели искандеры, прилетели там крылатые ракеты, массированные ракетные удары. Они пытались там, ну, хоть чуть-чуть, ну, хоть как-то показать, чтобы сказать, что вот, все, мы пробили, наше оружие лучше. Мы уничтожили Патриот. То же самое будет с этими самолетами. За ними будет целая охота. Поэтому их надо прятать и никуда и не выдвигать. Долетят они до переднего края и будут выполнять свои огневые задачи. Слава Україні! Вітаю! Хотів запитати, чому ми просимо тільки винищувачі і не говоримо про постачання нам бомбардувальників? Я не бачу вже, я не кажу вже про Б-52, а про щось середнього класу. Думаю, бомбові удари з безпечної відстані по тилам і по лінії фронту ворог були б дешевшими та масивнішими, а також пілотів простіше перенавчати на бомбардувальник. Також, мабуть, можливо, якусь цивільну модель наших вантажних літаків переобладнувати для скидання бомб. Дело в том, что для того, чтобы бомбардировщик мог выполнять свои боевые задачи, надо подавить ПВО противника. Почему мы просим именно F-16? Потому что это универсальный самолет. В отличие от многих других моделей, F-16 может выполнять и роль бомбардировщика. Да, у него довольно небольшая бомбовая нагрузка. Там, по-моему, 2,5 тонны он берет максимально в бомбовой нагрузке. Но он может выполнять как штурмовые действия. У него, по-моему, 15 или 14 точек подвеса вооружений. То есть очень много он может взять. И может работать как истребитель-перехватчик. Вот именно поэтому мы остановились на модели F-16. Как универсальной летающей платформе, которая может выполнять 3 в одном практически. Истребитель, штурмовик и бомбардировщик. Вот. А для того, чтобы там выкатить Б-52 или 117 там, или Б-2 бомбардировщик, да, надо подготовить небо. Надо его очистить от российских истребителей и от российского ПВО. Иначе бомбардировщик это встает как корова на льду, он встает мишенью. Конечно, война на Ближнем Востоке, в том же Ираке, там, где не было в небе, там, где было подавляющее господство в небе американской авиации, конечно, не использовали и Б-2, и Б-52. В Афганистане тоже, там были, допустим, Стингер 5 километров, ну, последняя модификация 7 километров, высоту 5 берет. А Б-52 или Б-2 наносил бомбометание с высоты 7-10 километров. Поэтому им было до лампочки, и у талибов не было истребителей. Сейчас вот у Ирана появятся Су-35 российские. Опа, и уже в случае чего Израилю будет очень трудно. Придется вступать в бой, просто так уже не ударишь по этому самому, по объектам Сирии, сирийским объектам или ксировским объектам, правильнее так сказать, объекты, военные объекты корпуса стражи исламской революции на территории Сирии.
Кстати, вот опять очередной удар нанес, вчера буквально нанес израильская авиация по такому объекту. И по некоторым данным говорят, что вроде как командира Ксира и грохнули там в ходе этого удара. Вот. Так что бомбардировщики — это будет потом. Давайте сейчас начнем с малого. Как сказал генерал Залужный, да? Не надо 120 самолетов. Мы не собираемся гонять тут весь мир по воздушному пространству. Нет, дайте нам немного, чтобы мы могли закрыть дырку и решить свои основополагающие задачи наших войск в ходе контрнаступления. Вот такая обстановка с этими самолетами. Именно поэтому мы берем этот универсальный машину, просим универсальную машину, такую как F-16.